One more time, un tonnerre d'applaudissements. A big round of applause for Mr. and Mrs. Incredible. А это из Армагеддона, это когда они бурили там на этом, что там, комета, метеорит, да? С Брюсом Уиллисом, помнишь фильм? Артем говорит кран. Луноход, да? Он говорит трак, монстр трак. Артемка, есть у него глазки? Где глазки? Покажи папе. Есть там глазки, да? Есть глазки. А лапки у него есть, как у сороконожки? Есть? Есть? Посчитай лапки, Артемка. Сколько лапок у него? Посчитай. Один, два, три. Вкусняшку мама дала, да? О, прикольно придумали. Спасают от жары. Включи себе дождь. Да, включи себе дождь, локация. Да, вот радуга. Лена, вчера был фонтан счастья, где мы ножки мыли, да? От жары спасались. А сейчас нашли... Дождик. Включаем дождь. Душ счастья и мира. Лена собирает кепкой дождь. Пока мама пошла второй раз кататься на самом сумасшедшем аттракционе. Ну, он самый новый тут, говорят. Это к 25-летию вроде бы построили. Это типа вот американских горок сумасшедших. Я 3 раза катался. Всем рекомендую именно вот этот аттракцион. Это просто бомба. Так, вот наша мама вышла с самого страшного аттракциона. Мамочка, расскажи, как тебе? Ну скажи, веселая ромашка, каруселька, да? Веселая. Я же говорил всем, что вот такие эмоции. Так я сидела самая первая еще в нас. Так я тоже самый первый. Первый номер. Ну ты прикололась? Не сзади кого-то уже видя. Ну скажи, ураган, это просто... Американские горки все отдыхают. Это самые-самые крутые, самые новые американские горки. Что ты залипаешь? Ну прикольно прокатилась, а? А ты глаза открывала? А? Я орала там так, что я думаю, выкрикалась, или как это слово, чтобы не забрать, на год вперед. Хохотала там, пищала так. Накатала еще стала. Карусель жесть, да? На это, страх свой. Нам очень жарко. И мы пришли к этому вентилятору. Бомба? А? Бомба? А? Не жру. Это вентилятор Мерлин Монро. Ты за руль садись. И поехали в Париж, к Эйфелевой башне. А бензина у нас хватит? Бензина хватит. Если что, вот есть веревка, на веревке оттянут. Какие у вас тут тарифы? Бесплатно. Бесплатно? Вау, 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 вау. Ты гонщица? Ну что, пошли дальше искать аттракционы? Пошли? Ну катайся. Так, а ну посмотрим, почему не едет? А ну отремонтируй. Не едет. Не едет? А ну посмотри, почему не едет? А ну. Мама не едет. Поломался? Почему не едет? Поломался, да? Колесики поломались? Что там поломалось? Давай ремонтировать. Давай. Вот вид сзади этого Тауэр-отеля. Там где-то, ну, я насчитал примерно 16 этажей. И вот это там этот лифт. Сумасшедший лифт. Тоже можете все покататься. Там очень-очень прикольно. Рекомендую. Потом можно погонять вот там на лифте.
Это тоже суперовый такой вот аттракцион. Там где-то этажей 16, и там сумасшедший лифт катает вверх-вниз, там такое свободное падение. Если жарко, можно вон там поставить под вентилятором. Видно, видно, там тень падает, а вот видно. Или же можно словить дождик, включить дождик. Если очень-очень жарко. Ну и покататься на аттракционе полумесяца. Ну там тоже так необычно, но там очень-очень много людей. У меня куча впечатлений после Disney Studio. Это просто рай для детей и взрослых. Подведем итоги сегодняшнего волшебного дня. Disney Studio нам очень понравилась. Мы были везде, где только можно. И не по одному разу. Пойдем мыть ножки в фонтан. Нет, мы просто устали, нам очень жарко. Мы сейчас поедем, прокатимся еще на нескольких аттракционах в Диснейленде. А Леночка говорит всем пока-пока. Да? Пойдем мыть ножки. Бонжур из Парижа. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.